Всем здорово. Это Жека, это канал Негодяй ТВ. Я сейчас на Черном море и снимаю свое великолепное шоу, которое называется «Вопросы за бабосы». Не хотите поучаствовать в шоу, которое называется «Вопросы за бабосы»? Нет? Черт подери. Меня зовут Евгений. А, очень приятно, Юлия. Юлия, как делишки у вас? Ой, у нас очень хорошо. Да, с кем отдыхаете? А, у нас большая компания. Ничего себе. Да, мои подруги лучшие, которых я знаю 20 лет. Две бабушки и пятеро детей. Ёшкин кот, а где... Где все? Мужло, мужло где все? А вот с этим уже сложнее. Сложноватенько, да? Да. Так а где подружайки, дитё? Ну, вот и вы уже пришли так-то поздненько, да? То есть дети в бассейне, mm-hmm. а бабушки уже где-то тоже здесь по побережью разбрелись. Подруги тоже где-то купаются, в кафе сидят. Вы на загаре? Ну, мы на релакс. На релакс, да. Это хорошо. Что-то хотел спросить. А, с какого города вы? А, мы из столицы. Москва? Да. О май гад. Да, мы тоже так думаем. Хорошо. У меня шоу в Ютубе. Я задаю вопросы. Отлично. Отвечайте правильно на 5. Получайте бабосы. Ну, слишком откровенные вопросы. Это очень неоткровенные вопросы. А, не подглядывайте сюда, потому что здесь есть ответы. Я буду стоять. Итак, смотреть в сторону моря. Хорошо. О боже, как это морочка. На эрудицию, что ли? Почти. Кошмар. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе. Привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу. Можно это посмотреть? Да, конечно. Это ваша портяночка, да? Я хочу портянку. На чем моя старушка, да. Ну и что, кто написал это? О, нет, не в курсе. А, да? Белобрысый. Белобрысый кудрявый. А, Маяковский? Другой. Какой? 1900, там, начало, там, век, год. О, нет, это молоденький такой, это вообще не кричал, все, визжал, там, уехал. Подсказка лучшего друга. Подсказка лучшего друга нужна. Ты жива еще, старушка, жив, и я, привет тебе, привет. Кто? Что, сейчас на эрудицию, что ли, проверяют? Да, кто начирикал? Матюкался он, матюкался. Говорят, что жизнь самоубийством покончено, да все было что, дело, да. Жив, господи, мы вообще не уже следим не за жив, жизнью да. звезд. Нам за свои... Зовут последние... Серега. Серега. Ну да. Который в бригаде, что ли? Сейчас она вам... Вот тот, который в бригаде, очень любит этого Серегу. И в кине даже его играл, этого Серегу. Слушайте, так вы, я вообще ничего не знаю. Я троечник, двоечник. У меня просто такое шоу в Ютубе. Мне приходится вот вопросы задавать, не, понимаете? Я это, хорошистка, да. Ну, да. Не по литературе. Сергей Есенин. Ну, все. Блин, да что ж такое-то? Белиссимас. Ну, это, знаешь, подсознание выдало, это... потому что мозги-то отключены. Конечно, да. Конечно. Мы кайфуем здесь, ребята. Какой Сергей Есенин, блин? О чем вы говорите? Вопрос номер 2. В эту неоновую ночь. С каким популярным советским актером перепутал Ивана Грозного режиссер Якин? Естественно, в кинофильме Василий Господи, Иванович. Ну вот сейчас... Нет, я на самом деле очень умная. Да. Такое прикосновение сейчас такое. Сексуальное прикосновение. Чувствуете? Кто здесь? Я еще пиво выпила просто, только что, да. Да. Ой, я даже и это не помню уже. Сидит Якин, угу, и Якин. Иван Грозный. Яковлев. Иван Грозный, да, помню. И он такой смотрит. И так и называет его Кеша. Кеша. Да. Так, подсознание тоже пока подсознание еще это ответил. Молчит. Так, давайте тогда варианты. Чем мучиться? Давайте варианты. Итак, он перепутал с Никитой Михалковым, с Мироновым Андреем, с Олегом Басилашвили, с Иннокентием Смоктуновским. Конечно, Иннокентий. Иннокентий Смоктуновский. Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Итак, следующее музыкальное. Собраться мне тоже.
В шумном зале ресторана, среди веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в лучах ночного света. Так само случилось вдруг, что сорвались губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина. Тебе б такую. В натуре. На третий вопрос мы очень прекрасно выполнили. Сейчас я вспомню, выполнили. Кто это поет. Не надо. Нет, все, а уже не, да. Зачем? А, я даже пыталась. Не надо, не надо. То, что вы в курсе событий, это уже приятная новость. А группа называлась Freestyle. Freestyle. Такое название, конечно, они придумали. Очуметь. Я бы даже долго... Что первоначально означало греческое слово «школа»? Школа? Ну, это какое-то место тусовки. Давайте, давайте вариантики озвучим. Детская тусовки. College? College? Такого у меня нету, здесь не написано. Итак, варианты. Это досуг, библиотека, состязание, учение. Что-то мне досуг больше нравится. Библиотека, думаешь? Мне кажется, да. Можно вас сюда поближе? Итак, вы говорите досуг, и вам неправильно подсказывают... Библиотека. Правильный ответ. Досуг. Досуг, все верно. В эту неоновую ночь. Пятый вопрос. Ответив на него, вы победительница этого шоу. Аплодисменты, подарки, все дела. Результат... Подарок будешь ты. Я подарок. О май гад. Махунга! Результат скрещивания различных видов растений или животных. Гибрид. Я попрошу сейчас в данный момент приблизиться к камере, взять микрофон в руки. Ну, что-нибудь поговорить. Нас увидят миллионы. Как ни крути. А я хочу как бы всем сказать, что Анапа – это очень круто. И все, что было в Анапе, останется в Анапе. Поэтому приезжайте, отрывайтесь, отдыхайте. И никакого компромата. Все останется здесь. Ура! Это ваш приз. Спасибо. Ну и пойду потихонечку тогда, да? Да, да. Все, я еще... надеялась, приз будет более весомым. Вот, да. Вот так вот. Так отдать. 10 раз. Что? Отдайте этот приз. Хотя бы на один вечер. Какой приз? Вот этот вот сосочек? Давай попробуем, давай. Так, давай тогда смотрим прямо в камеру. Да? Так, как мы выглядим? Четко, да, с какого-то города? А? Ты откуда? Город Гусь Хрустальный. Усть Хрустальный? Гусь Хрустальный. Гусь Хрустальный, Владимирская область. Ни хрена не знаю. Владимирская область? Да. Как отдыхать, кстати? Отлично. На пивчике? На винишке? Не. Пивка чуть-чуть. Сегодня-то уже с отрица, небось. Нет, конечно. Шары тут нет еще? Нет. До вечера, да, будем? Конечно. Будем ждать. Ну что ж, смотри, такие совершенно простые вопросы. Кто написал Бородино? Мое почтение, это кто не знает меня, я Еремщик, это сам, охранник Евгения, вот, негодяй ТВ. Что сказать хотел? Переходите на второй канал Еширяев. Как было дело, да? Сторисы там, я снимал, там, соображаю уже, что я взрослый человек. Там, сторисы снимал, и женек смонтировал. Да. Все это в Инстаграме, прикиньте, вот это сторисы я делал, вот эти по 15 секунд, вот это вот сторис. Сейчас тоже сторисы, а там кино. Кино сняли про меня, и вот, прикиньте, про меня, ну, про Еремку, блядь, кино будет на втором канале Еширяев. Я сразу предупрежу, там, ну, матерком-то иногда веет, это самое, из устов-то, конечно. Поэтому детёв-то не это самое, к экрану нежелательно. В описании все там ссылки эти, писылки. Ну, представляешь, что, блядь, да что техника нашла, блядь. Всё, я вас жду, там, расцелую, поцелую, засулую всех, это самое. Вот так вот и живём, ебаный. Ну, смешно же ведь. Лев Толстой? Другой дяденька. Бородино, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалена. А, Пушкин? Нет, другой. Мишанька. Мишка.
На языке крутится, не помню. Не помнишь, да? Да. Москва, да, их всего-то, пожаром. Их всего-то там Пушкин, Толстой, давай вот этот вот. Достоевский. Нет. Стихотворение он писал в основном. Не помню. Не помнишь. Михаил? Да не помню. Ну, может, кто-нибудь учил, подскажет? Помню. Может, подскажет кто-нибудь? Ладно. Кто тут есть? Бородино, кто написал? Скажи. Не знаете. Из головы выскочило, да? Вообще не в тему. Ой, ну ладно, тогда это сами еще. Что-то не получилось тогда. Михаил. Михаил. Ну и хрен ты, кстати, Михаил. Ладно, Андрюх, давай отдыхать себе. Нет, все, а очень... если я проиграю, я ничего не даю? Нет, конечно, нет, конечно. Тогда все. Итак, вопрос номер один, никто не подсказывает. Кто написал Бородино? Никаких подсказок. Лермонтов. Вот, подсказала, да? Нет. Мамами, вот такие были вопросы, понимаете? Да? Вот такие, да. В эту неоновую ночь. Больше не подсказывай, нельзя. Самая большая планета Солнечной системы. Сейчас, стоп. Блин. Ну, у нас сколько их там? Немного. Нет, я всего знаю, там что 100 немного. Штук, наверное. Нет. А сколько? 9. 9, не 8. А. Меркурий, по-любому. Нет, маленький. По-любасу. Блин, Сатурн. Давай, тебе еще есть две возможности назвать эту планету. Вот еще вот, ну, было всего три, но такие правила сейчас сделаем. Назови еще две планеты. Юпитер. Юпитер. Перечень исторических событий в их современной последовательности. Так, а какая последовательность? Надо спросить, какие исторические события? Как назвать это можно? Пожалуйста, а, хронология? Как? Хронология? Все верно. Так, у меня просто это четверо детей, поэтому я была смотрю. Все верно. Извините. Итак, вопрос четвертый музыкальный. На асфальте мелом. Да, Иванушки. Я вопрос еще не задавал. Посмотри, где бананчики. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду, воздух, время. То, чего не знаешь, и беспечной птицей в небо улетаешь. И поехали. Да, полинный пух, жара, июль. И дальше. С ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй. Это еще не мой. Тополиный пух, жара, июль. Ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому. Ждешь ты только снега, снега, снега. Все верно. В эту неоновую ночь. Так, все в порядке, дети на месте, их четыре. Последний вопрос. Откуда взято выражение? А ларчик просто открывался. Пословица, поговорка. Сказка? Давай прям, что это за жанр и кто написал? Не так много людей пишут эти жанры. Короче, там такая история рассказывает, смотри. Дали одному ларчик. Пришел какой-то мудрец, типа, начал крутить, вертеть, а замка-то нету никакого. И он говорит, а я умный парень, я знаю, как мне открыть этот ларчик. Он вертел, крутил, открыть не мог. А ларчик просто открывался. Он просто открывался, понимаешь? Он не просто открывался, ларчик просто открывался. Блины? Старинные блины? Не знаю. Ну, сказки какие-то. Как будто только родила заново. Не знаю. Давай. Ну, а что? Рассказы, поэмы? Что, я не знаю. Я просто вспоминаю, что это может быть. С какого города? Казань. Да, вы не знаете это, да? Татары это не знают точно. Знаешь. Не забывайте, что вы находитесь на море. Чего может быть? Не знаю. Это уж пословицы, поговорки, больше мне ничего не... Сказки, мне больше ничего... Ну, еще что есть у нас? Сказки. На Руси. Ода. Ну, нет, поэмы. Сказки, присказка, легенда. Блины, ну, блины я сказала. Почти все перечислила, кроме этого. Поэма. Варенье.
А ларчик просто открывался. Ну, это Пушкин вроде, нет? Нет. И сказ. В основном только этот мужик писал это. В основном. Конечно, были другие, кто это писали. Но он это в основном писал. Ну, короче, это басни Крылова. А, да! Но я не знаю эту басню. Слушай, я тебе задаю вопрос, отвечаешь, получаешь 1000 рублей. Что-то мне это не нравится сильно. А что там делать надо? Вопрос отвечаю? Да, отвечаешь на 5 вопросов. Ой, прям сильно не нравится тебе. Вот, ну что тебе не нравится? А? Что это тебе не нравится? Ну не знаю, что-то такое непонятное, мутное. Думаешь, я мутный чел? Ну, да. Вот ты, когда к нам подходил, экскурсии нам предлагал, я вот не подумал, что ты мутный. Так я-то хожу каждый день. Ты расположил вот это сразу же к беседе. Так я-то подхожу каждый день. Ну, видный человечек, так на пляже. Так я не видный, да я прическу себе специально модную сделал, чтобы видно быть. Так я не вижу таких людей. Каких? Ну, я говорю, первый раз тебя вижу. Ты ко мне подходил экскурсию, мне впиндюривал это самое по полной программе. Мы с тобой там закорешились, как дьявола. А сейчас я предлагаю тебе поучаствовать в моем шоу в Ютубе. А ты говоришь, мутная какая-то. Я тебя первый раз вижу, говорю. Зачем мне тебе 1000 рублей и шоу в Ютубе? Да, ну ладно тогда. Пристал ко мне тоже, блин. Леш, ну ты чего? Бедолага, не знаю, что-то. Растерялся, что ли он? Может, вы тогда поучаствуете, а? А? Бери, я человек серьезный. Ну хорошо. А то проблемы будут? У меня нет. У меня? Нет, просто мое лицо не надо светить. Позара ноль. Потому что я не здесь бегал. Ну хорошо. Все, я не буду ни в коем случае вас снимать. Благодарю. Бля, какие все крутые здесь, Иртич. Как зовут? Меня Пашка зовут. На какой улице жил человек рассеянный, стихотворение Самуила Маршака? С улицы Бассейна, по-моему, да? В эту неоновую ночь. Сухое. Подожди, что-то камера как-то стоит, когда несерьезно. Сухое, хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью. Не крекер? Крекер. Нет? Крекер? Ну, печенье крекер. Ну, крекер. Ну да, я и говорю. Просто у меня дочка крекер, но она с сыром ест. Не сладкий, а с сыром. В эту неоновую ночь. В этот вечер снова ждет тебя другой. Божья коровка. Группа Божья. А я вопрос еще никакой не задавал. Не, я просто думал, песня. Группа Божья коровка. Ну, так-то да. Я могу. Ну хорошо, я дальше слушаю. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек груди. Да. Дальше не знаю. Нам этого достаточно. Согласен. Все, отлично. Итак, вопрос номер 4. Сколько денег просил на покупку примуса Василий Алибабаевич у доцента? Керосиночку он хотел. Десяточку, по-моему. 10 рублей, говорит, надо. Червонец? Ну да, 10 рублей, да, червонец. Который сгорел, а потом своровал, типа, да-да-да. Вижу в материале. Ну. Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть. Есть, да, червонец. Пятый вопрос. Ответ на него приносит 1000 рублей. Фантасмагория. Это что такое? Да я фантасмагория, я не знаю, честно. Есть варианты. Давай. На сложные вопросы всегда есть варианты. Тревога. Это бред. Изысканный вкус. Либо сочетание звуков. Фантасмагория. А первый какой был? Тревога, бред, изысканный вкус, может, сочетание тревога звуков. Тревога все-таки. Тревога, да? Ну, фантасмагория. Давайте покопаемся. Фантасмагория. Ну, фантастика, если с фантасмагорией. Бред? Бред. Серьезно думаю, что фантасмагория бред? Не, я думаю, что это все-таки вот первый, который. Как мы с вами знаем? Паш, ты меня не путай. Да я не путаю, я пытаюсь запутал разобраться. Меня полностью. Короче, сколько вариантов ответа?
Их четыре. Тревога, бред, изысканный вкус, сочетание звуков. Ну тогда пускай будет изысканный вкус, наверное, какой-нибудь. Фантастический что-нибудь, нет? Итак, нам нужна подсказка зала. Прошу. Бред. Ну, кто бред? Кто вас услышит? Миллионы людей, думаете, так вот вылезут и будут на вас сейчас смотреть сюда? Всем привет! Как вас зовут? Анна. Анна. Он думает, что сочетание звуков фантасмагория. Мне кажется... Совесть есть у него? Есть. Бред это. Это бред. Какой-то ну, сочетание Богу, звуков. Я не страдаю. Держи микрофон. Желаю всем там хорошего настроения. Хорошо. Ну, я хочу пожелать первое, сначала вот, если это YouTube канал, да? Да, YouTube там. Ну, удачи желаю твоему каналу, чисто вот. А самое главное, те, кто здесь отдыхает на море, я бы пожелал хорошего отпуска, хорошего отдыха. Дети пускай загорают, отдыхают, наслаждаются. Ну, мне нравится пляж, природа. Ну, если воспользоваться случаем, моей супруги, которую я очень сильно люблю, но она всегда думает, что я под ней потролливаю, моей Жанночке. Я люблю тебя. Какая, какая прелесть. Прошу, это ваш приз. Блин, братух, мне как раз на пиво. Красава. Все. Спасибо большое. Все, пока. А где можно будет смотреть? В Ютубе Негодяй ТВ набирай, там буду я. Негодяй ТВ. Да, ну что, мы идем дальше, да? Как звать или часть? Гузель. Гузель? Красивое имя. Там, где клён шумит. Над ручной волной говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит мгла, а любовь, как стон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Отлично. В эту неоновую ночь. Как называлась ракета, на которой полетел Юрий Гагарин туда? Восход, Союз, Восток, Спутник. Восход. Восход, Союз, Восток, Спутник. Ну, сложно, еще греха таить. Я вот, честно признался, да и не знал такого. Давайте Союз. Союз? Советский Итак, Союз, Союз. Восход, Союз, Восток, Спутник. Все, Союз, да. Окончательно это, да? Так, блин, ну что это такое? Ну, Восток тогда. Не. Нет, Спутник? Или, да, или Союз, Спутник. Ну, иди сюда, заходи сюда. Видишь? В кадр, раз ты уж тут так разошлась. Так, что, дети где там, да, пользуют? Вот. На рукавники напялила, да, на всех, да, на, да, них? Напялила, смотри. Смотри. Или Союз, или Спутник. Или Союз, или Спутник. Сказала, дальше, да? Спутник. Спутник. Но не может у вас. Согласны с ней, да? Да, да? Давай, Спутник. Я с ней всегда. Итак, правильный ответ. Восток. Инстаграм у меня есть, где я делаю крутой контент. Вот все, как здесь отдыхается, весь этот кайф, который происходит. Ну, не у меня, а у моего охранника. У меня есть охранник, его зовут Ерема. И он позволяет себе такую роскошь, отбирает у меня микрофон и снимает на них сторисы. И с превеликим удовольствием можете залезть в мой инстаграм. И все эти сторисы сохранены в актуальных. Очень интересно то, как все здесь. Матерка, конечно, много. 18+, там все дела, поэтому лучше, конечно. Он здесь как крутой козырь ходит, до всех докапывается. Поэтому в инстаграме можете с ним познакомиться. Вот инстаграм здесь на Черика. Все, я заканчиваю всю эту движуху. И второй канал у меня есть. Еширяев называется второй канал. Там тоже выходят видосы. Я буду туда лупасить видосы, потому что отпуск заканчивается. Материалы килограмм. Сейчас буду все это монтировать, поэтому на второй канал переходим и лупасим. Лупасим, лупасим. Женек-то не знал, когда это концовку делал видоса о том, что кино целое выйдет. Ну, про меня, и помнишь. Поэтому кино уже готово. Вот сейчас смотрим после этого ролика сразу фильм. На втором канале Ёк-макарёк. Целая кинолента уже приготовлена для вас. В описании, если не соображаете там башкой, куда заходить-то что надо. Уже ссылка на Черника. Все, пишите хорошие комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал обязательно. И этот, как его, пишем слово там, по кайфу тусуем, ищ, да. Ну, вот такой можно комментарий написать. Угу. Все.
все моречко, туда-сюда, там пейзажи. О, все так зырят на меня. Типа снимаю видосы, блин. А завтра приду сюда загорать, как ни в чем не бывало, как обычно этот самый человеческий детеныш. Вот и все. Махунга!